Данил Котов из России, призер, серебряный призер чемпионата мира среди юниоров в прыжке с шестом. Поздравляю с серебряной медалью. Расскажи, доволен ли этим достижением? Конечно, доволен. Я к этому ушел. Не знаю, сколько. Я уже со счета сбился, сколько я к этому ушел. И, наверное, это пока что самая большая победа в моей жизни. Ты улучшил личный рекорд на 25 сантиметров, да, с 5,25 до 5,50. А как вообще это возможно за одни соревнования так настолько улучшить личный рекорд? На самом деле я еще дома прыгал 40, я уже был готов прыгать выше. И так что для меня, ну, для себя я улучшил рекорд на 10 сантиметров всего лишь. Но ты уже попробовал и 5,55. Расскажи, какие ощущения и что они получились на этой высоте? Ощущения такие же, как на всех высотах. Не получилось, наверное, ну не хватило. Скорее всего, не хватило. Да, и в принципе, все. Просто не хватило сил уже. И эмоций. А в целом, как оценишь эти соревнования, атмосферу, болельщиков, сам город, понравился или нет? Атмосфера супер. Для меня это самый старт, который просто взорвал мне голову. У меня было столько эмоций. И сам город тоже очень красивый, очень понравилось. Как будешь отмечать медаль? Не знаю. Спонтанно, как получится. Поздравляю, молодец. Спасибо большое.